В армянском парламенте на этой неделе произошло несколько драк между представителями правящей партии и оппозиции. Первая потасовка началась после того, как выступавший от партии власти депутат Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых за деньги освобождали от службы в армии. Бывший глава оборонного ведомства Сейран Оганян бросил в него бутылку с водой. И началось.